Спасти коалицию. Германия на пороге правительственного кризиса. Там в пух и прах разругались партнеры по правящему блоку. Из-за чего, расскажет Татьяна Лугунова. Еще не на грани развала, но трещины уже пошли. В правящей коалиции Германии громкая размолвка. Поссорились канцлер Ангела Меркель и министр внутренних дел Хорст Зеехофер. А за ними и партии, которые политики представляют. Христианско-демократические и христианско-социальные союзы. Причина – разные взгляды на миграционную политику страны. Хорст Зеехофер, в прошлом премьер Баварии, всегда критиковал миграционный курс Ангелы Меркель. А став главным силовиком страны, решил его подкорректировать. Зеехофер разработал план и, среди всего прочего, предложил даже не впускать в Германию беженцев, которые уже зарегистрировались в других европейских странах. Так нельзя, категорично заявила Ангела Меркель. Дескать, каждый проситель убежища имеет право на индивидуальное рассмотрение своего дела. Например, как не пускать, если в Германии уже получила убежище семья беженца? Да и в конце концов это будет несправедливо по отношению к странам, которые находятся на внешних границах Евросоюза и первыми принимают беженцев. Переубедить министра канцлер пыталась лично на экстренной встрече, но не получилось. Зеехофер и ХСС стоят на своем и даже выдвинули партнерам по блоку ультиматум. Или Меркель дает добро на миграционный план, или Зеехофер, как министр, вводит это нововведение в силу без ее согласия. В Германии уже пора принимать собственные решения. Я думаю, любые европейские правила будут работать лучше, если наша страна проявит инициативу и расставит свои акценты. Мы должны думать не только о Европе, но и о собственных гражданах. Поэтому и должны как можно быстрее реализовать правила отказа в пересечении границы. Нельзя, чтобы Германия сейчас в одностороннем порядке заявила: «Теперь мы будем отсылать обратно беженцев, которые уже зарегистрированы в других странах». Это приведет к тому, что другие страны перестанут их регистрировать. В понедельник экстренные консультации продолжат, ведь под угрозой не только миграционный курс, но и единство правящей коалиции. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.